Автос «Хуторок» села Стефановское Львовского поселения снова стал победителем сразу нескольких конкурсов, получив внебюджетное финансирование на развитие и благоустройство территорий. Известен хутор прежде всего тем, что родился здесь герой Советского Союза Семен Соболев. Когда-то здесь жило более 700 человек, работал колхоз. Председатель ТОСа Наталья Горб, возглавляющая организацию уже много лет, во что бы то ни стало пытается возродить небольшой населенный пункт. ТОС «Хуторок» с 2019 года уже привлек на свою территорию более 10 миллионов. Это все не бюджетное средство поселения, а это участие в грантах, проектах, конкурсах. В планах это, конечно, развивать ТОС «Хуторок» в направлении туризма. В этом году стали победителями конкурса законодательного собрания края название «Лучший орган ТОС». В качестве поощрения получили 1 000 000 рублей и оборудовали детские игровые комплексы. Современные, безопасные, с канатами, скалодромом и веревочной лестницей. На остатки средств залили проходы к лавочкам вдоль центральной аллеи. Хватило, чтобы немного реконструировать беседку и закупить 50 стульев для праздников, которые в хуторке обычно отмечают с размахом. На День добрых соседей в Стефановске съезжаются гости из разных районов Кубани и Республики Адыгея. Благоустроенную территорию ТОСа поддерживают в порядке тоже все вместе. Местные жители сами убирают, поливают растения, красят и выполняют бесчисленное количество работ. Удалось в этом году поменять старое ограждение спортивной площадки на новое, металлическое и добротное. 1 200 000 рублей на это получили благодаря победе в конкурсе «Гранты губернатора Кубани». Здесь можно заниматься различными видами спорта. Наталья всей душой любит Стефановский, хотя сама родилась в Краснодаре. Надежды возлагает в первую очередь на развитие туризма. Большой удачей считает открытие виноградников, где местный предприниматель планирует в скором времени построить винодельню. Мы планируем на территории, вот, которую нам спонсор выкупил именно для ТОСа, приобрести, участвуя в проекте Ростуризма, приобрести и установить 10 домиков выходного дня. Это привлечет еще дополнительные средства и экономически заставит двигаться на ТОС в новом направлении. Мы планируем организовать здесь сельскую лавку для того, чтобы местные жители могли реализовывать свою продукцию для туристов, а также колхозный полевой стан, где будут предложены туристам наши местные блюда, которые будут готовить наши местные жители. Я думаю, что экологически чистое наше место, здесь нет производства, близость реки Кубань, виноградники, все это вкупе будет привлекать жителей, тем более мы находимся географически очень близко от Краснодара. Наталья Горб и другие жители Стефановского хотят, чтобы их хутор не просто жил, а превратился в благоустроенный населенный пункт, привлекающий туристов и гостей со всей Кубани.